свыше 600 спортсменов из 12 регионов страны во Дворце спорта имени Али Алиева приняли участие в первом всероссийском фестивале гимнастики «ДАГУМ-2023» в Каспийске. Он был приурочен к вековому юбилею Расула Гамзатова. Проводили соревнования спортивный клуб «Академия гимнастики», а также школа Дикинова. В первый день свои умения показали представители спортивной командной гимнастики. Победителей и призеров наградили кубками, медалями и другими призами. Лучшими стали ребята из Томска. Как отмечает главный судья соревнований Анастасия Богданова, на фестивале выступали дети с 3 по 1 и юношеские разряды по обязательным программам, а также с 3 по 1 взрослый по произвольным. Оценивалась трудность и качество исполнения каждого вида упражнения. Во второй и третий день выступили гимнастки-художницы, а также впервые дети с особенностями здоровья, которые продемонстрировали свои умения в адаптивной гимнастике.